Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» объявляет о наборе волонтерской команды «Волгофест-2022». Тема фестиваля «Детство». На протяжении 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать. Фестиваль продлится с 23 по 28 августа. 100 добровольцев традиционно станут частью истории этого события. В этом году волонтеры помогут не только в проведении фестиваля, но и подготовке к нему. Зарегистрироваться можно по ссылке, указанной на экране, до 12 августа. Возраст волонтеров от 16 лет. Администрация железнодорожного района начинает спортивную викторину. Во вторую субботу августа в России традиционно отмечают День физкультурника. Его задача – показать населению важность спорта и здорового образа жизни и приобщить подрастающее поколение к активным занятиям физической культуры и спорта. В преддверии этого праздника в период с 8 по 11 августа всех желающих приглашают присоединиться к участию в онлайн-викторине, в ходе которой можно будет познакомиться с историей самарского спорта. В течение недели на стене сообщества два раза в день будут размещаться вопросы, ответы на которые нужно писать в комментариях. За правильный ответ будет начисляться 1 балл. Каждому участнику засчитывается только первый ответ. 12 августа будут опубликованы правильные ответы на вопросы викторины и список участников, набравших наибольшее количество баллов. Администрация Куйбышевского района напоминает о том, что нужно вовремя платить налоги. В случае несвоевременной оплаты начисляются пени. Это 1/300 ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки платежа. После этого приходит требование из налоговой с предложением погасить задолженность. Если требование остается без внимания, налоговый орган подает на должника в суд. После этого к задолженности по налогу и пени добавится госпошлина за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор. Заключительный этап процедуры взыскания – арест имущества. Его продадут в счет погашения долга.